Привет, ребята. Вот приобрел Клариева Сомика. Попробовал вот разрезать. Очень тяжело режется. Вот так эта штука выглядит. Действительно, 8 усиков. Удалось отрезать хвост. Очень тяжело режется. Значит, вот получились, скажем, такие кусочки. То есть пришлось, ну, не то чтобы рубить, но, короче, применить удары по ножу, чтобы, значит, разрезать именно хребет. Костей вроде в мясе не ощущается. Мясо похоже на говяжье. Такое большое количество крови. Красного цвета. Для начала попробую сделать бульон из головы и, как бы, хвоста, попробовать на вкус, что будет представлять собой бульон. Значит, жабры посмотреть не удалось. По всей видимости, вот он был чищенный, скажем так, потрошенный. Поэтому производитель жабры, наверное, вынимает. Ну, вот жабры мне смотреть не удалось. Вот голова как раз готова для варки. Сейчас заливаем водой и варим. Бульон, в принципе, закипел. Пена имеет место быть. Вот такого цвета, приблизительно как с говядиной. Добавим луковицу, лавруху. Немного перца. И гвоздики. Панцирь на голове вот такая жестокая. Достаточно кость. Посмотрим, что термическая обработка сделает. Голова варилась 20 минут. В принципе, рыбу можно было варить минут 10-15. Больно. Броня это. Броня крепка. Так, бульон я, в принципе, солил. Страшно, но пробую бульон. Приятный вкус рыбы. Такой приблизительно уровня судака. Неприятных ноток не присутствует, то есть ни рыбьего жира, ни каких-то других посторонних запахов. И, в принципе, когда, значит, голова у нас варилась, не было ощущения, что вот, как бы, присутствуют там какие-то посторонние запахи. Чисто запах вот такой свежей рыбы. Ну вот, говорю, что уровень судака. Сейчас немножко остынет и попробуем, как это на вкус. Значит, добавлено сюда было всего ничего, но, в общем-то, эти запахи, специи и присутствовали. То есть это луковица тут лежала. Вот она сварилась. Значит, перчик горошком, немножко гвоздики и два листика лаврушки. И больше ничего, в общем-то. Впервые пробую
африканского клариус сама. Мясо такое вот интересное. Такими прожилками. Сладкий вкус. Без оттенков, намеков на рыбий жир и прочее. В общем-то, качество мяса очень высокое. В общем, в вареном виде клариевый сом для кулинарии имеет место быть. Небольшой постскриптум. Значит, варил я его 11, сейчас 4 часа утра, вот бульон, значит, настоялся, проверим, что получилось. Жира, короче, крайне мало, ну, концентрация, значит, светлый, достаточно светлый бульон. Так, есть саму головизну сейчас, холодильничек откроем и попробуем. Да, сейчас кошка, сейчас кошке тоже дам. Вот такой вот бульон, нежный бульончик. Я думаю, что он замечательно пойдет для приготовления холодца, но клейкости крайне мало, то есть что-то надо использовать для клейкости. Ну да, холодное мясо, конечно, изумительное. Достаточно плотная консистенция. Вот действительно, из него говорят, что готовят колбасы. Думаю, что мясо изумительное для колбасы именно пойдет. Ну и фарш тоже, может быть, стоило бы попробовать, но не знаю, получится или нет. Все, спасибо за просмотр.